Так, масло у меня вот в силиконе засохло. Попробую ее достать. Для базы. Тяжело она выходит. Все. Смотрим на результат. Ну вот, все нормально достаточно получилось вроде бы. Можно теперь ее будет обтачивать и применять для базы. Стараюсь у нее поставить вот инквизитора Грей Факс. Также крашу сейчас Констанцу Блейз. Это варкастер сигнаровский. Работаю я мало, потому что у меня глаза болят, зрение уже упало. Вот. Ну, пока пытаюсь делать. Вот. Такой прочный достаточно силикон. Гибкий, твердый он. И это уже фактически пластик. Всего хорошего, всем до свидания.